Всем привет! Прибываем на станцию Ртищево. 30 минут стоянка. Вот я смотрю, мост у них тут есть переходной, да, если это да, недалеко от вокзала, просто еще тут, если по расписанию смотреть, нам еще минут 8 ехать. Пошли гулять. Даже раньше на 5-6 минут прибыли, в общем, чем должны были. Так, ну я, в принципе, дойду туда, до моста, наверное. Время-то есть. Ну, здесь тоже хорошая погода, так же, как и в предыдущих городах. Паровоз, памятник. Вот наш поезд. Я вот ушел на первый путь. Надеюсь, что никакой поезд не приедет за это время, иначе придется там или идти туда в начало переходить, или по мосту переходному. Но на мост я схожу в любом случае. Мы раз, два, первый, там чуть ли не четвертый, чуть ли не пятый путь, смотря как считать. Так-то получается там третья платформа. Ладно, в общем, не важно. Ртищево, но это я так думаю, что еще Саратовская область. Здесь и время еще плюс один от Москвы. А следующая стоянка у нас будет в Тамбов, там уже по московскому времени. Ну, после того, как мы поедем, через 3 часа будет, в общем говоря, получается.
Тамбов, 15:45 по местному направлению, но будем считать, что по московскому будет 14:45, там прибытие 17:45, плюс 3 часа. Кстати говоря, Аткарск я не видел потому, что он был не до Саратова, а после. Но я его после не видел, я потом в расписании посмотрел, что он стоял там после. После Саратова там была первая станция, 2 минуты. Ну, я думаю, что отправимся-то мы по расписанию отсюда. Раньше нас никто не погонит, но... 30 минут стоянка, да, плюс, что приехали раньше 35, ну... 20 минут смело можно гулять, потом надо туда ближе к вагону идти. Так, что тут как-то дело обстоит с выходом в город сейчас. Посмотрю. Кстати говоря, вот поезд идет на первый путь. Так что придется мне идти через лестницу. Ну и ладно, все равно туда идти. Сейчас, да, тут на первый путь станет. Наверняка с Москвы там что-нибудь идет. Так, надо будет где-нибудь зафоткаться потом. Пойдем, сходим в вокзал. Интересного-то. Ничего интересного-то и нет особо. Сейчас выйдем в город, посмотрим, что там есть. Народу вообще нету. Камеры хранения тут. Там на привокзальной площади Ленин, по-моему, стоит, голова его такой. Бюст из головы. Здесь, видимо, зал ожидания. Ага, точно. Вот, кстати, вот на третьей платформе мы стоим. Ну, правильно, там третий идет. Вот зал ожидания тут. Так, вот сюда. Поезда, вот местное саратовское время. Что тут проходит. Ладно, не будем. Не будем тут время терять. Короче, раньше приехали на 5 минут там еще. Плюс получается там 5 минут бонусов в стоянке. Так что будет стоять не 30, а 35. Вот привокзальная площадь. Город Ртищево Саратовской области. Сейчас я тут быстренько поснимаю, потом пойду туда на мост, поднимусь. Но мне в любом случае по нему идти к своему поезду. Тут и туннелей-то нету. Но это Ильич по-любому, хотя может и не Ильич. Сейчас посмотрим. Смотрю, тут такие пятиэтажные дома ставят, панельные, вокзала. А как улица называется, это не видно.
Да, Ильич тут. Такой молоденький Ленин здесь. Можно сфоткаться так. Правда, нигде не написано, да, что это Ртищево. Ну ладно, я буду знать. Всем привет из Ртищева еще раз. Да, селфи тут на привокзальной площади. Города Ртищево. Саратовской области. А Ленин всегда молодой, да? Так, что сейчас опять там этот, пройти нужно досмотр будет, и пойду я на мост. С моста сниму, тут видно вокзал, там на город, что видно будет. Нам что из крупного осталось? Тамбов, Мичуринск, Рязань, Бологое, там все, Санкт-Петербург, завтра 12:25. Московский вокзал, станция Санкт-Петербург главный. Мелкие станции, я не считаю там. Кстати, по станции Бологое я снимать, скорее всего, не буду, потому что там много раз и снято, переснято. Там с утра мы будем стоять завтра. Там уже на карте памяти место заканчивается, поэтому для Бологое там, наверное, и места не останется. Так, а это что там за поезд? Ага, совсем не Москва. Томск, Анапа. Судя по направлению, он идет сейчас в Анапу туда, на юг. Через, наверное, как он там поедет, через Саратов, наверное, Волгоград. Там на Сальске или Ростов, уж не знаю, как у меня там маршрут-то. Ну, наверное, через Ростов, потому что, хотя не факт, ладно, не важно. В общем, едет туда, к морю. Но я вот этой дорогой еду в Санкт-Петербург здесь впервые, так что я здесь не был раньше. Там не помню, как там Москва-Саратов поезд идет. Но в любом случае я здесь даже не выходил, не гулял. Такого я не помню, даже если проезжал, так что я здесь впервые. Ну что вот. Видно, да, там пятиэтажечки, он частный сектор. Ну такой город. Городок, да, там. С элементами деревни. Областной центр. Ну не областной центр, областной центр это Саратов. Райцентр. Станция большая тут. Сортировочная. Кстати, поезд Анапа, Томск, получается, он едет из Анапы. Это как-то у него направление тут странное. Где же он едет вообще? Как он едет? Ладно. Ну так вот, станция сортировочная, да, возможно, узловая даже. Ну вот здесь местный пейзажи, там частный сектор. Там соседствует он с пятиэтажками там. Можно, наверное, тут сфотографироваться. Сейчас я это и сделаю.
солнышко греет тут. А как греет тут солнышко. И ветерок такой, бриз такой, да, там. Классная погода. Да, солнышко, привет. Может, еще там тоже сниму отправление немножко. А так что, ну, кто не подписан на мой канал YouTube Андрей К91, подписывайтесь. Ждите новых видео. Я пойду к своему вагону, там буду заходить уже. Ну, может, заходить не буду, еще долго стоять будет. Вот так, наверное, все на этом. Что тут можно было снять, показать. Я снял, показал. В вокзале были, на площади были, на переходном мосту были, но все посмотрели. Сейчас он там электровоз по второму пути проследует. Ну да, без поезда идет, так что ничего не перегородит. Ну, нет. Вот туда, на Москву Балашов, на Пензен Саратов. Ну да, значит, я тут проезжал, поезд Москва-Саратов здесь проходит. Но это было уже так давно, да, там больше 20 лет прошло, что я уже не помню. Скорее всего, ночью мы тут проезжали, что туда все обратно. Зайди поезд. Кстати, там по поводу Саратова, там все-таки, наверное, дважды был как минимум. И одной поездки в Саратов, и все-таки еще Пенза-Саратов у нас была поездка, я помню. А мы там между городами, между Пензой и Саратовым, я просто не помню, откуда куда на автобусе переезжали. Ну ладно, еще вот я тут хотел сфотографироваться, сейчас здесь, не знаю, там будет видно, не будет. С моста-то там вообще вряд ли было, здесь его видно. Сейчас я вот здесь попробую. Станция Ртищево 1, юго-восточной железной дороги. Наверное, на этом все пока. Ждите новых видео. Всем пока-пока. Я вот тут пока ходил, не заметил. Нам тут, кстати, электровоз поменяли на тепловоз. Так что видео со стоянки Бартищева продолжается. Сейчас я пойду его сниму. Посмотрим, что там нам прицепили. Честно говоря, я не думал, что нам тут локомотив менять будет. Значит, сейчас опять поедем, где нету электрификации. Внимание, на первый путь прибывает пригородный поезд из Умёта. На первый путь прибывает пригородный поезд из Умёта. Будьте внимательны и осторожны. Внимание, на третьем пути продолжается посадка на скорый поезд 109 Астрахань, Санкт-Петербург. Нумерация вагона с главы поезда. Внимание, на третьем пути продолжается посадка на скорый поезд 109 Астрахань, Санкт-Петербург. Ну это я вижу, что ТЭП-70БС, сейчас посмотрим, какой номер.
Получается, у нас электровоз от Саратова до Артищева провез. Вообще всего ничего. Т7СБС 037. Подудит он меня сейчас или нет, интересно. Не стал. Ну хорошо. Так, да, направление у нас тут осталось 11 минут. Ну, раньше-то мы не поедем, а ставим точку по расписанию в 15:45. Направление, в общем, следующая видеостоянка по станции Тамбов. Ну вот мой второй вагон. Все, пошел в вагон, всем пока-пока. Значит, мне не стоит.